Добрый день, дорогие гости! Мы счастливы новой встрече с вами, тем более, что в этом году у нас особенный повод. Мы празднуем десятилетие нашего замечательного фестиваля «Сиреневый рай». И поскольку такое торжественное событие не может пройти без почетных гостей, я с удовольствием приглашаю на эту сцену заместителя начальника управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна Евсееву Киру Александровну. Добрый день, дорогие гости, участники фестиваля. Это замечательное событие, 10-й раз собирает нас здесь. Прекрасная, интересная театрализация возвращает нас к временам помещицы Марии Петровны Осиповой и ее прекрасному сиреневому саду, который в этих местах процветал благодаря ее стараниям. Мы сегодня же сажаем сирень? Конечно, мы продолжаем возрождать сиреневый сад и вспоминать театрализацию, театрализованные представления. Ну и, конечно же, широкие гуляния, которые сопутствовали всем праздникам тех времен. Желаю всем хорошей погоды, хорошего настроения. Да здравствует фестиваль «Сиреневый рай».